You have one new message. Древнее Евангелие, поколению Google, поколению интернета и новых технологий, мы верим, что самая важная весть в мире – это слова Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа. И мы верим, что каждое поколение должно быть достигнуто благой вестью. Перед проповедью песня моего приемного сына, одного из моих 32 уже приемных сыновей за эти годы, бывшего беспризорника с 6 до 12 лет, прожившего в подвалах. Его мама умирала в нашем реабилитационном центре, отец пропал без вести, старший брат повесился, второй брат сошел с ума. С 6 до 12 лет Андрей жил в подвалах. И для меня огромная привилегия, что мне и моим друзьям довелось, вытащив из подвала эту чумазую мордашку, послужить ему и дать ему Евангелие. Небеса славят лишь тебя. Небеса славят лишь тебя. Давайте все вместе хлопаем и воскрес, чтобы я жил. Жил для тебя, жил для тебя. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил в небеса, жил в небеса. Слава тебе, о-о-о-о. Эй! Тем воскресным утром нам надежду дал. На кресте Голгофском мир ты оправдал. Небеса славят лишь тебя. Небеса славят лишь тебя. Ты воскрес, чтобы я жил. Жил для тебя, жил для тебя. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил в небесах, жил в небесах. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил для тебя, жил для тебя. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил в небесах, жил в небесах. Слава, давайте все вместе! Мы поем тебе хвалу, Господь! Чтобы я жил, жил для тебя, жил для тебя. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил в небесах, жил в небесах. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил для тебя, жил для тебя. Слава тебе, ты воскрес, чтобы я жил. Жил в небесах, жил в небесах. Слава тебе, Бог! Скотство последних времен. Так я решил обозначить тему, в которой предлагаю побыть какое-то время сегодня. Когда Библия описывает последние времена, вопреки мнению целого ряда богословов, мне бы и самому хотелось, чтобы они были правы, чтобы последние времена в истории мира были описаны как полное торжество христианства, победа веры над нечистью, победа праведности над грехом. Но, увы, когда Библия описывает последние времена, к которым мы стремительно приближаемся, она говорит о победе скотского, тварного, животного над человеческим, над божественным, над добром, над светом и правдой. Когда Библия говорит нам о том, чем будет заканчиваться история мира, она рисует нам достаточно мрачную картину, в которой человек выглядит весьма грустно. Когда мы читаем Писание, 2 Тимофею, 3 глава, 1 стих,
Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, не цены на газ будут плохие, не цены на бензин или помидоры будут характеризовать плохое последнее время, а качество людей. Как-то мы беседовали с друзьями о последнем времени, говорили о признаках последнего времени, и один из моих хороших приятелей воскликнул: «Братья, точно последнее время! 100%! Потому что помидоры по 15, а были по 5!» И знаете, когда Библия говорит о последних временах, она говорит не о ценовых раскладах, не о политических кризисах и процессах, во-первых. Она говорит о качестве человека. Когда наступят последние времена, люди будут. И дальше длинный список. Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и так далее. Это как будто бы заголовки газеты и просто описание реалий нашего сегодняшнего общества. В первом списке стоит слово «самолюбивы». В последние дни люди будут самолюбивы. Словом этого года Оксфордский словарь объявил слово, а у них есть такой конкурс, они определяют главное слово года. Слово прошедшего года – это «селфи». «Селфи» – это новый термин, обозначающий фотографирование самого себя, любуясь, и выкладывание в социальные сети. «Селфи» – главное слово, характеризующее прошедший год. Люди в последние дни будут селфи, говорит Писание, и вторит этому Оксфордский словарь со своим оригинальным конкурсом на слово года. В последние дни утрата человеком божественного, а следовательно и людского, а скотское состояние человечества будет становиться нормой. Когда человек отрезает от себя веру, это как лоза, ветвь виноградная с отрезанной лозой, не поступает жизнь. Когда человечество отрекается от Творца, оно обрекает себя на сухость души, на высыхание сердец и нравов. Когда человек перестает быть верующим, он постепенно перестает быть человеком. Я просто осмелюсь напомнить, что слово «человек» – «чело вечного», образ Божий. Вот что значит «человек». В буквальном смысле этого слова «человеком» является тот, кто ищет образ Божий и воспроизводит, и желает, чтобы Бог отображался в нем. Печать, образ Божий. Когда мир, в котором мы живем, теряя Бога, теряет человеческое состояние. Если мы просто посмотрим вокруг, мы видим, как много скотского объявлено нормой. И, конечно, это пресловутые сексуальные стандарты, которые сегодня навязываются миру как норма этики. Однажды лидер гомосексуалистов Украины заявил о том, что сегодня мы пришли в четвертое поколение этики, что дало мне повод для иронии, напоминание о том, что рыба не бывает третьей степени свежести, как у классика. Рыба бывает только одной степени свежести. Этика либо есть, либо ее нет. Нет пятого, десятого поколения этики. Я предложил в виртуальной полемике этим ребятам каждый год объявлять следующее поколение этики и отменять одну из заповедей. Убираем заповедь «не воруй», объявляем шестое поколение этики и так далее, и так далее. Когда люди теряют божественное, они теряют и человеческое, оскотиниваются. У меня есть мой собственный богословский термин, описывающий то, что происходит и будет усиливаться в последние дни. Это, я называю это горлумизация человека.
пользуясь литературным образом, персонажем из «Властелина колец» Толкиена, описывающим вот Горлума, это, этот кинематографический жуткий образ достаточно интересно можно привязать к теме оскотинивания людского. Он был хоббитом, вполне себе симпатичным человечком, который жил себе в своем фантастическом мире, но страсть, тяга к кольцу всевластия начинает уродовать и уничтожать его душу. Запускается процесс деградации хоббита, и он превращается в Горлума, и на глазах телезрителей всего мира он деградирует и превращается в слизняка, просто в уродливое существо, которое все более и более разваливается, начинает питаться падалью, всякого рода нечистью. И это ровно то, что происходит с человеком, утрачивающим общение с Богом. Начинается процесс горлумизации. Человек переходит на совсем другую пищу духовную. Человек все больше питается падалью, питается грязью и все больше теряет Бога внутри себя. Последние времена в истории мира описывают нам вот этот механизм, этот страшный процесс. Последние дни в истории человечества. Битва скотского против человеческого и божественного будет, безусловно, битвой за свободу человека. В последние дни свобода все больше и больше будет под самыми благими предлогами отбираться у людей. Этот процесс запущен, он идет, и если всего лишь 5, 7, 10 лет назад люди возмущались, когда узнавали очередную новость о том, что кто-то претендует на вмешательство в их частную жизнь, просматривание переписок, контроль за их перемещением, товарооборотом и так далее, то сегодня это уже не вызывает никаких сомнений. Сегодня все более четко звучит следующее. Хотите счастья, хотите удовольствий, хотите безопасности, отдайте нам свободу. Дайте нам тотальный контроль за вашей жизнью, и взамен вы получите массу благ. Последние дни скотское будет торжествовать в людях, и свобода все более и более будет потихонечку под самыми благими предлогами отбираться у людей. Вы хотите жить в мире, где нет террористов, где не погибают люди от террористических атак? Все просто. Мы дадим вам техногенное спасение. Мы дадим вам абсолютную гарантию безопасности. Просто нам нужен полный контроль за каждым человеком. Технически это уже осуществимо. И в перспективе этот вариант техногенного, технологического спасителя будет предложен нам. Христос не справился. Он дал вам свободу. Эту свободу вы оборачиваете во зло. Давайте мы вас спасем. Это старое пророчество Федора Достоевского. Это буквально его тексты. Это великий инквизитор, который говорит: Христос, ты нам мешаешь со своей свободой, которую ты дал людям. Это было ошибкой. Мы должны сделать из них рабов. Мы должны сделать из них скотов. И тогда они будут счастливы. Скотское в последние дни будет все более и более торжествовать в людях. Рабство, оно всегда приходит под политическими лозунгами свободы. Во все времена революционеры всех эпох, и давних, и нынешние, призывают нас к свободе, будучи рабами, будучи скотами по духовному, при ничего личного. Библия говорит, что человек, который живет по похотям и страстям своим, он живет по своей духовной природе, мало отличается, чем от животного. По желанию и хотению плоти. Вот это скотское состояние. Потакать плоти. И во все времена с призывами к свободе шли люди,
обещая нам свободу, но не давая людям веру, не давая людям основания для создания и укрепления свободной личности. Все это драматично заканчивалось. Это фотография «Свобода, равенство и братство» с грудой черепов достаточно ярко характеризует деятельность тех, кто пытался улучшить человечество без Бога. Это делали многие, но это всегда заканчивалось кровью, смертью, бедой и горем. Единственное средство избавить человека от преступления – это избавить его от свободы. Именно так во всех мечтах диктаторов. Я знаю, как улучшить мою страну. Их нужно лишить свободы. Нужно свести их к скотскому состоянию, хлеба и зрелищ. Пусть хорошо кушают и пускают слюни, сидя у телевизора. Пусть превратятся в нюней и слюнтяев. Пусть просто будут слизняками, которые, забыв о том, что они Божье творение, свободное существо, призванное, созданное Богом, для Бога и для людей. Диктаторы всех времен и диктаторы последних времен в частности будут развлекать людей, будут кормить людей, будут обеспечивать им безопасность, но только чтобы свести их на уровень скотов. Когда мы говорим о последних временах и о скотстве последних времен, мы должны обратить внимание на многие тенденции. Одна из деталей, не замеченная христианами, это то, что людей все больше отрывают от их куска земли, от их огорода. И уже у единиц есть свои курятники, своя картошечка и свое соленье и сальцо на зиму. В основном людей сгоняют так или иначе, экономическим или в советское время, в какое-то время насильственным методом, сгоняют в огромные города. Потому что в городе человек в урбанизационном рабстве, человек абсолютно зависим. Человек в этих курятниках, каменных джунглях, бетонных джунглях, человек в последние дни им легко будет манипулировать, это уже легко делать. Вот эти графики показывают рост урбанизации, а динамика пророчества на эту тему социологов просто шокирует. Все больше и больше людей снимутся с земли и отправятся в бетонные города и будут абсолютно уязвимы и абсолютно зависимы. За чечевичную похлебку последних времен, за уют, комфорт, за кусок хлеба, за Wi-Fi в конце концов, они будут готовы отдавать свою свободу. Они будут готовы принимать новые стандарты. Люди сами отдают свободу на этой нравящейся мне карикатуре. Пятачок пишет в налоговую инспекцию. Текст следующий. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Тотальный контроль за людьми – это уже реальность, и это будет усиливаться с каждым днем. Безумная идея Кампанеллы, предложенная в «Городе солнца», в знаменитом его трактате. Сегодня о контроле людьми за самими собой сегодня реализуется на новом уровне. Кампанелла предлагал на перекрестках городов поставить ящички, куда все жители будут писать кляузы и бросать в ящик, чтобы можно было контролировать и забирать свободу у людей. Но сегодня мы это делаем сами. В социальных сетях мы сами все пишем о себе и о своих близких. Мы сами все описываем. Я не к тому, что сегодня нам нужно бросить социальные сети и немедленно уйти куда-то в сибирские, в глухую тайгу и там спасаться от техногенных контролирующих процессов последних времен. Я говорю о том, что тенденции, они реальны, и христиане должны их осознавать. Мы должны видеть, к чему идет мир, и понимать, что нам делать в этой ситуации, и думать о... И вновь я хочу поднимать эту ценность свободы. Свобода взамен чечевичной похлебки в обществе ублюдочной культуры
будет продан. Под ублюдочной культурой я подразумеваю культуру потребления, ту, в которой мы сегодня живем. Вот вам комфорт, вот уют, вот какие-то плюсы вашей жизни. Вот общество ублюдочное, пожрать, поржать и в туалет сходить. Вот это уровень скотских потребностей, которые в одном из молодежных роликов звучат эти три более жестких термина, описывающие как раз человека последних времен. Люди последние дни будут жить в ублюдочной культуре. Развлекайте меня. Дайте мне покушать и дайте мне Wi-Fi. Дайте мне удовольствие и наслаждение. И берите, что хотите. Это реально описывает человека последнего времени. Последние дни скотское будет сражаться на уровне семьи, на уровне любви, семьи, секса. Тенденции, которые сегодня в мире в ежедневном режиме в ленте новостей, это утверждение скотского животного в этические стандарты, в этические нормы, как нормы. Это просто стало ежедневной повесткой дня. Это не старая, не новая вещь. Это у одного из авторов антиутопий звучит знаменитый исторический Lex Sexualis. Знаменитый документ, в котором каждый из номеров, потому что люди в будущем в этой фантастической антиутопии, а это уже номера, так удобней. Если вы не помните, мы уже тоже номера. Мы уже номера, у нас все пронумеровано. Наши индивидуальные номера в наших паспортах лежат, и без них никуда. Я не к тому, что нам нужно сжигать эти номера или не получать их. Но я к тому, что тенденция идет в сторону контроля за людьми. И в сексуальной сфере этот Lex Sexualis трактат заявил следующее. Всякий из номеров имеет право, как на сексуальный продукт, на любой номер. Ну и дальше техника. Им выдают шторы по расписанию на 40 минут раз или два раза в неделю, в зависимости от каких-то моментов. В будущем все больше и больше будет попытки подмять под себя этику, семейную этику, сексуальную этику. И на наших глазах это все происходит сегодня. Это скотство последних времен, которое двигается вперед бешеными, абсолютно бешеными темпами. Дети как государственная собственность, как и женщины в советское время. Если кто не знает, из молодых людей, я как-то читал этот знаменитый документ слушания в Конгрессе США по поводу Российской революции в Российской империи, революции 17-го года. Американские конгрессмены отказывались верить в свидетельские показания людей, убежавших из России, которые говорят, что в нашем городе объявлена была приватизация женщин. Коммунисты быстро одумались, но этот факт сохранился в истории, как бы они его не прятали. В некоторых губерниях объявили, что все женщины должны прийти записаться, стать в очередь, чтобы их как сексуальный продукт, Lex Sexualis. Друзья, это утверждение скотского в последние дни будет касаться наших детей. В последние дни общество будет претендовать на право промывать мозги нашим детям. И вбивать в их головы стандарты, которые являются животными, а не человеческими. Не так давно у моих друзей забрали детей. Забрали детей в отличной семье. Я сам иногда инициирую лишение родительских прав, когда спиваются родители и не останавливаются, скалываются, издеваются над детьми. Да, конечно, но это потрясающая семья, это образцовые родители. У них забрали детей на том основании, что они, христиане, допускают возможность пару раз шлепнуть ремнем обнаглевшего, бросавшего вызов подростка или ребенка. Это потрясающая семья. Их можно отправлять на выставку. У них забрали детей.
Сейчас они, их говорят, признайте, что вы дефективные родители, пройдите курсы нашего обучения, как правильно быть родителями, и тогда мы вам их вернем. Но мои друзья делают странную вещь. Они говорят, знаете, а мы отказываемся признавать себя дефективной семьей. Мы классная семья. Мы потрясающая семья. Это вы, негодяи, которые со своей дьявольской, сатанинской системой влезли в нашу семью и убиваете наших детей. Мы отказываемся признавать себя аморальными типами. Скотская будет лезть во все двери. И для этого нужно нас контролировать. Это я. Это я, если вы не знали. И наведите на меня телефон с специальной программой Quick Responsible, быстрый ответ. И вы поймете, что это не просто квадратик, это я. Кстати, мой номер 248-941-2273. Я не к тому, что нам нужно отказываться от этого. Но свобода должна оставаться в центре нашего мировоззрения. Свобода творчества. Христиане должны проповедовать, не думая, с оглядкой, что думать будут об этом политики последних времен, скотство, утверждающее как норму, этические системы, евросоюзы, другие союзы. Мы должны свободно говорить то, что мы думаем. На днях один из лидеров в России потребовал введения возвращения в уголовный кодекс статьи о гомосексуализме, и его высказывание тут же было удалено из мировых социальных сетей. Тех самых, которые говорят о свободе, тут же. Ровно потому, что свобода скотского для них приемлема. Свобода, в которой есть место человеческому и божественному, нет. История закончится исчезновением свободы. К сожалению, но именно так выглядит драматичная перспектива последних времен. Система ценностей Антихриста формируется все более вокруг нас. В последние дни, прежде чем придет Антихрист, злые скотские вещи должны быть объявлены и утверждены в качестве нормы. Решение шведского суда. Несколько месяцев назад шведский суд сделал интересное решение. Анонизм в публичном месте больше не является преступлением и отклонением от нормы. Человеку хочется, пусть занимается. Ничего, что он делает это в городском парке, на глазах у прохожих или на пляже. Ничего, это его свобода. Свобода скотского будет оформлена в норму и законную норму. Человечество сходит с ума. Христианство последних времен будет объявлено маргинальным. И это происходит на наших глазах. Я вчера читал о христианах, которые говорят, мы вот так верим. И в ответ уважаемые мной журналисты, лидеры общественного мнения, издевки, хохот, подковыривание. О, эти маргиналы, ну как они могут в 21 веке, когда этика пятого поколения на дворе, держаться этих старых, эти маргиналы. Друзья, к сожалению, в последние времена именно так будут выглядеть христиане в глазах этого мира. Цена свободы ужасно высока. Но тем не менее, нам нужно держаться за нее в последние времена. Я получил на днях письмо от вот этого парня. Он благодарил меня за одну из проповедей. Он говорил, спасибо, пастор, за вот ту вашу проповедь. Она поддерживает мои силы. Этот парень прошел через чудовищное испытание. Совсем недавно его жена и двое его деток были убиты, жестоко убиты его родным братом. Вот эта часть его семьи была вырезана среди ночи его родным братом, которому они пытались помочь. Они приняли его в семью, они пытались поддерживать его в его битве с наркоманией. Среди ночи он зарезал его супругу и убил деток, жестоко убил деток.
Денис Буханцев простил своего брата. Сделал официальное заявление. Я прощаю его. Никто не может заставить меня ненавидеть его. С жуткой болью о своих близких, о своей детворе, с немыслимой болью, он, тем не менее, воздает Богу благодарность за свободу, даже сталкиваясь с такого вида скотства. Он остается свободной личностью и говорит: «Я выбираю благодарение». Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Последние дни будут скотскими днями. В конце истории мира человек оскотинится. Но в последние дни народ Божий должен еще и еще более вспомнить, что мы свободное Божье творение, выбирающий Его образ, что мы не животные, мы не просто тварь, биологические существа, мы не биомасса, мы не электорат, мы человеки, Божьи дети на земле.